Здесь обсуждаются темы, которые будут актуальны в следующий год. Здесь приезжают люди, с которыми можно работать в следующий год, ну и последующие годы. Компания Argus имеет очень долгий путь и долгую историю. Все конференции всегда на высшем уровне. Открыто было очень много тем, которые были затронуты как нефти, так и нефтепродуктов. Были вопросы из зала, которые не оставили равнодушным делегатов и участников данной конференции. Отрадно, что компания Argus с международным именем старается именно вот в регионе Казахстана, Центральной Азии, Каспия объединить все страны в один такой большой рынок и дает возможность на площадке Argus все-таки познакомиться с людьми, которые работают в одной отрасли в смежных странах. Комплекс вопросов, которые здесь освещались, и количество участников само за себя говорит о том, что такие мероприятия очень важны и нужны сообществу как и трейдеров, так и производителей нефтехимической продукции. Очень интересно и приятно встретиться со всеми друзьями и знакомыми в одном месте, чтобы не тратить много сил и времени. Приятно обменяться мнениями о том, что было, о том, что есть, о том, что будет на рынке, послушать специалистов и Аргуса, чтобы у людей была полная картина того, что происходит по сугам в Казахстане, в Средней Азии и что можно ожидать в будущем. Спикеры, которые выступают, они прям вот внутри темы, они прям эксперты. И это очень интересно участникам конференции, это очень интересно залу. Поэтому начинается живое обсуждение, вопросы. Вот. И в целом сегодня на карте там годовых событий люди уже конкретно ждут конференцию Argus в Казахстане. Неважно, где она проходит, в Алмате или в Астане, люди ждут ее. It has been a great event, conference in Almaty. The location for the conference and the location for the event has been great. I really enjoyed. We met delegates and people that we were looking to meet in last few years and we were not successful. The organization arrangements were perfect. Дорогие друзья, коллеги, партнеры, спасибо, что приняли участие на нашей третьей международной конференции. Это одна из самых наших успешных и любимых и теплых конференций Argus. Ждем вас в следующем году. Берите с собой коллег, друзей, партнеров. Спасибо вам всем большое.